Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна, у нас идет дождь, но такой летний дождь, однако же все-таки погодка не очень летная. Но я вам сейчас сообщу новость, которая вас повергнет в шок, как минимум, а как максимум вы не то что даже сядете, а наверное даже ляжете. Алсу собирается отправить на следующий сезон «Голоса», то есть на «Голос 7» свою старшую дочь Сафину, которая... Значит, которой исполнилось 13 лет, а как раз на «Голосе» до 14 лет можно участвовать. И, соответственно, Сафина проходит по всем параметрам в «Голос Дети 7». То есть на следующий год, значит, я вам читаю, чтобы вы в конец офигели, значит, в сегодняшний день. Как отмечается, девочку ждет все-таки шквал недоверия и критики. Ну, вы знаете, это очень мягко сказано. Мне кажется, девочку ждет просто, ну, не то, что шквал недоверия и критики, а если хотят убить девочке психологию, вообще внутреннее состояние, мне кажется, это нужно... Я до сих пор в шоке нахожусь. Я утром прочитал сегодня. Мне кажется, это, ну, что-то ненормальное. Значит, в сентябре Сафине исполнится 13, поэтому она еще успеет попасть на «Голос», где начнут участвовать до 14 лет. А «Голос» в следующем году, в начале года, да? Как говорят, она не менее талантлива. Она не менее талантлива, чем ее младшая сестра Микела. Но мы все в это, так сказать, очень даже верим, да? Значит, фанаты Алсу, они неистово верят и считают, что старшая дочь, она украсит новый сезон телешоу. Украсит, вы понимаете, ребят? Ну, вы понимаете, мы сколько говорили об этом, то, что произошло, в полицию вызвали, значит, обосрался первый канал, все семейство, купили всех, детей слили, мы еле отстояли, чтобы детям хоть по миллиону дали, они поют с Ержаном, записывают всякие треки, клипы, на всех плевать, насрать на всю страну. Так еще и старшую дочь на «Голос 7» в следующем году, которая станет украсить новый сезон телешоу. Это вообще плюнуть стране в лицо. Это вообще просто плюнуть и растереть народу в лицо. Значит, как остается, как отнесутся, они пишут к этому телезрители, остается только гадать. Гадать не надо, интернет откройте и увидите, как отнесутся к этому телезрители. Это охренеть можно совсем. Значит... Ну и дальше идет информация о том, что произошло в этом году в «Голосе», там, сказать, за все эти фальсификации. Я хочу сказать, что я резко в категоричной форме против выступаю любого участия вообще, чтобы близко не было Алсу просто вообще ни с каким песенным конкурсом. Вот близко не было вообще, понимаете, в чем дело? Потому что для меня, я могу сказать, что у меня предвзятое отношение, да, потому что, значит, до 1 июня обещала она выступить с заявлением, не выступила. Группа IB, значит, накрутки были, никто ничего не это. В полицию вызвали, все замнут опять сейчас за деньги. Сейчас еще и эту протолкнут опять, и она опять будет, понимаете, эту уже приглашают как профессиональную певицу. Это когда это кончится? Слушайте, ну не до такой степени. Только что вся страна гудела, на ушах стояла, теперь давайте старшую... Значит, на следующий год. Это вообще-то как? Это я говорю, это просто насрать на всех людей. Понимаете, в чем дело? У меня в голове не укладывается это. Вот в голове не укладывается, как это можно делать. Ну, видимо, такое отношение к людям и к народу, что, ну, вообще берегов нет. Вот просто берегов нет. Ребята, пишите свои комментарии, прошу вас. Значит, подписывайтесь на канал. Ну, хотите ли вы, так сказать... украшением шоу видеть старшую дочь теперь Алсу на «Голос Дети 7». Ну и, наверное, механизм голосования теперь изменят, чтобы никакая компания группа IB не могла выявить потом накрутки. Они уже, так сказать, на ошибках учатся, как говорится, понимаете? Это вот и смех, и грех, как говорится. Подписывайтесь на канал, ребят. Всем пока. До встречи.